Перед тем, как вы узнаете дату выхода серии любимого сериала, хотелось представить вам его небольшое описание. Хазан узнает от Кереме невероятную тайну, а большая тайна Фазилета Эдже в руках Егиза и братьев Егемен не намерены терять время, слушая вранье Эдже. Громкий скандал станет для Эдже и Фазилет сокрушительным. Еще один удар Хазан наносит Фазилет и Эдже. Они объединяются с семьей Егемен, а Хазан желает лишь выяснить правду. В особняк приглашают Есина и Селин, после чего ситуация вообще выходит из-под контроля. Отчаяние связывает руки Фазилет, а сложившаяся мерзкая ситуация ставит Хазан в сложное положение перед матерью и сестрой. Казалось бы, Фазилет и Эдже подошли к концу пути, но произошедшее в особняке в корне изменит положение вещей. Посмотреть 21-ю серию турецкого сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» вы сможете после 4 ноября.